30 лет. Ну, для предприятия, наверное, это очень мало. От экспериментального участка до заводов крупногабаритных массовых сверхкрупногабаритных шин. На более 170 гектарах величественно располагается один из крупнейших производителей шин в мире. Предприятие – целый город внутри города, где трудятся свыше 7 тысяч высококлассных специалистов. Династии на предприятии, общий стаж которых насчитывает более 100 лет. И это не одна, не две семьи. Мне очень приятно подписывать приказы о трудоустройстве молодых работников, специалистов, осознавая, что их бабушка или дедушка работали на этом предприятии, а сегодня работают мама и папа. Валентина Скачкова на завод сверхкрупногабаритных шин пришла после механико-технологического техникума 40 лет назад. Тогда здесь только завершались строительные работы. Сейчас в распоряжении современное оборудование «Гарант» высокого качества. Начальник технического отдела признается, быть частью большой истории – повод для гордости. Мы настолько преобразовались, настолько изменилась наша технология, настолько изменилось наше оборудование. Проведена была масштабная модернизация во всех производственных цехах, начиная с подготовительного цеха. У нас сейчас имеется самое современное резиносмесительное оборудование. Мы изготавливаем резиновые смеси, не уступающая качеству мировых производителей. По четкому ориентиру на массовый выпуск качественной продукции – главный акцент. 30 лет назад на заводе массовых шин производительность в смену достигала 120 шин, сейчас 400. Цифры стали реальными благодаря замене оборудования. Вместо 35 старых сборочных станков – 9 комплексов. Насколько при проведении тех перевооружения, благодаря помощи государства и нашего президента, мы смогли достигнуть высшего качества производства наших шин. После замены и проведения техперевооружения получили положительный результат и много положительных и хороших отзывов по качеству наших шин, которые соответствуют мировым требованиям, нормативам, ГОСТам. И самое главное – требованиям нашего дорогого потребителя. Спектр на максимум. В арсенале предприятия свыше 300 типоразмеров. Шины для легковых, грузовых, большегрузных авто, электротранспорта, автобусов, тракторов, сельскохозяйственных, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин. Плоды работы Белшины сегодня колесят в каждом уголке Беларуси и далеко за пределами нашей страны. На заводе крупногабаритных шин у нас реализуется проект 25-29 цельнометаллокорных шин. Реализовано 3 очереди строительства. Комплексы работают в штатном режиме. Запущен в работу рентген-установка, первый пресс, это третья очередь строительства, и 32-тонный кран. К концу лета мы ожидаем уже поставку первого пресса. Быть частью громкого бренда страны для молодого специалиста – мечта наяву. Бобруйчанка Алина Вихрова после окончания института вернулась на малую родину и начала свой путь по карьерной лестнице. Местом первой работы выбрала Белшину и не прогадала. Сюда я пришла, потому что мне посоветовали мои родственники. Сказали, что здесь есть карьерный рост на той специальности, которую мне предложили, на той должности. И сейчас вот я уже почти год, так сказать, добилась многих высот, на мой взгляд. В них наше будущее. Горящие глаза, любовь к выбранному делу, амбициозные планы – все это о подрастающей смене. Глядя на таких специалистов, сомнений нет. Белшину и дальше ждет громкий успех. Для меня это работа мечты, потому что у меня самый замечательный коллектив, у меня хороший наставник, который меня постоянно направляет, начальник, который поддерживает и дает очень много возможностей себя проявлять в жизни. Вообще Белшина дала мне очень много всего за этот год. Эти шины готовы к любым поворотам. Команда «Профи» денно и ночно мониторит требования современного рынка. Мимо специалистов не проходит ни одно достижение шинной промышленности. 100% качество, разнообразие ассортимента, топовые новинки – все это результат высококлассной работы. Мы благодарны тем, кто стоял у истоков создания этого предприятия, и будем поддерживать тех, кто вливается в наши ряды сегодня. Елизавета Лепеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.